Привет, Макс. Что ты тут делаешь, а? Я спрашиваю, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Я спрашиваю. Ой, извини, Маквин. Нет, надо кое-что важное сделать. Что ты вообще делаешь? А? Мне некогда объяснять тебе. А что это за сундук? Это не сундук. Да, это сундук. Ну, это сундук, ну и там внутри еда зеленая. Там топливо. О, давай, открывай. Вкусное. О, вкусно сегодня. Да. Это я всё готовил. Молодец. Кто тебя готовить научил? А, это долгая история. Может, поехали гулять? Поехали. Хорошая сегодня погодка, да? Да? О, Матер. Матер, что ты тут делаешь? Ой, извините, меня тут Вёдра. Недавно с Вёдрами дрался. И тебе что, и ты почти проиграл? Да, почти. Я выиграл. Ну, теперь я не могу выбраться отсюда. Ну, сейчас мы тебе поможем. Да. Сейчас я приеду, что-то покажу и сделаю. Подожди, Матер, я тоже. Что такое? Кто-нибудь переверните меня! А где мое ведро? Я хотел яблоки туда насыпать. Нет! Нет! Ведро, сейчас оно упадет! С дороги! Так, мы уже на месте. Осталось только бинты взять. О, боже мой! Мы забыли сундук закрыть. А там еда пропадает. Маквин, тебе не кажется, что уже Мэттер жив? Ну, так что, радоваться можно? Нет, не только Мэттер. Там еще разгром Радиатор Спрингс. Смотри на балкон. О боже, что тут творится там? Уйду, глянь, что с Рамоном. Подымай его. Рамон, как ты? Ты все нормально? У меня какая-то штука полетела на меня. Она нас какой-то тоже упала. Ну, мы успели скрыться. Салли! Спасибо, Маквин. Что тут происходит? Надо узнать что-то. Друг, что случилось? О, у меня бочка пропала. А как я буду продавать яблоки? А ты вот там посмотри. О, бочка! И рядом какая-то машина.
Да кто-нибудь переверните меня, что тут происходит? Ой, еще один перевернутый, поднимай видео. Что тут вообще происходит, я не могу понять. Я вот сам не понял, что тут вообще не так. И начали ребята обсуждать, что происходит. И мэтр первый начал рассказывать. Вы думали, железовоз какой-то в столб вырезался. Ага, скажи спасибо этому машину. Я? Ты вообще заплакал за этой пушки? Пушки. И меня кто-то, эта бочка сам залетела. На меня я повернулся. А меня эта бочка сбила, я тоже перевернулся. Перевернулась. Я вообще-то тоже. Так что, думаете, что это я виноват? Я видел там какой-то столб. И вот это чихнул на него, и он, наверное, на бочку налетел. Ага. Скажи это спасибо Максу Шнея. Вот кто виноват. Извините. Я нечаянно чихнул вообще. Ладно, прощаем. Что тут вообще происходит, не могу понять. Так что это Макс виноват? Странно сегодня. Ладно, поеду домой. А если понравилось видео, то поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!